Всем привет, это рубрика «Гуляев по Перми». Меня зовут Евгений Гуляев. Пришло время включить голову, и мы начинаем. Какие горы расположены между Европой и Азией? О, честно, не помню. С географией не очень силен все. Ну, предположительно, могут быть Альпы, например. Ну да. Эверест. Так, я уже забыл. Уральские горы. Уральские. Между Европой и Азией, ну, уральские. В каком году была Куликовская битва? В 812-м. В 800 каком-то, не помню точно. В 12-м? Да, в 12-м. Так, а между кем и кем? Между Россией и Францией. И кто победил в этой битве? Россия. В 19 веке. Между кем и кем? Ну, Россия и... Немцы. 1212 год. Примерно там. А между кем и кем? Между кем? Между Русью и монгол-татарами. А кто победил в ней? Ну, разумеется. Кто еще может? Конечно. Монгол-татар. Да нет, Русь. Примерно 1480 или 380. Между кем и кем? Между Донским и Мамаем. Ну, то есть, а какие страны? А, ну... Татаро-монгольская ига, в остатке и объединенная Русь. Какая страна подарила США статую свободы? Все. Так, в каком году? Не знаю. А в знак чего вот она это сделала? Дружественная страна, типа что-то, типа того, что ли? А, в знак дружбы? Да. То есть сначала Аляску продала, да? А потом? А потом подарила статую свободы. Ну что ли, тоже Россия? И примерно в каком году? Это суббота, во время Второй мировой. Да, по окончанию, наверное. Ну, по окончанию, да. А разве это был подарок? Ну, тут я бессилен. Ну, могу, конечно, предположить, ну, возможно, ну, скажем так, их предки Англия. Франция? Франция. Какое преступление совершил Родион Раскольников? Вот точно не скажу. Давайте подскажу. Это связано с Уголовным кодексом. Это понятно. То есть какое-то серьезное? Убийство. Кого убил? Не помню точно вот этого. Может, оружие убийства вспомните хотя бы? Топором, по-моему. Топором? Отлично. А как произведение называется? «Отцы и дети». Произведение называется «Преступление и наказание». «Преступление и наказание». Главный герой Родион Раскольников. И что он, какое преступление? Вот этот урок я пропустил в школе. Родион Раскольников. Убийство. Убийство. Кого? Бабушки. Проценщиц. Старушки-проценщиц. За что? Не хотел платить за квартиру. За квартиру? Да. Или задолжал? Задолжал, да. Задолжал. Проценщица же была все-таки. Ну, Родион Раскольников топором зарубил бабушку. Старушку. За что? За что? Да, вообще-то практически ни за что. Слегка ограбил ее и все. На этом наша рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми. We'll be right back.